привет, дорогие друзья, вы на канале Avatar Family. У нас наконец-таки вышло обновление. Оно должно было выйти вообще вчера, но вышло сегодня утром. Поэтому, благодаря этому обновлению, я и посвящаю это видео. Обновление очень крутое. У нас появилась новая одежка, очень много платных наборчиков. Также у нас появился пляж и вход в самолет. Вы просто представляете, что это? Ну что ж, я буду начинать. Всем желаю приятного просмотра. Также не забывайте заваривать чаек, приготавливать вкусняшки, подписываться и ставить лайки. Всем приятного просмотра. Значит так, я нахожусь уже всем знакомым в аэропорте. И у нас вот тут вот открылся такой вход. Давайте зайдем в самолетик. Давайте начнем смотреть вот с самого начала. Сейчас мы перейдем. Смотрите, с самого начала у нас вот такая красивая фиолетовая дверь. И еще есть какой-то код. Кстати, в дверь попасть нельзя. Есть еще туалет. Кстати, туалет тоже очень прикольный. Тут вот можно свет зажигать, унитаз есть. Он за такой прикольной дверцей. Рукомойничек и туалетная бумага. И смотрите, какая тут у нас мусорка. Очень прикольная мусорка. Так, ладно, давайте закроем туалет и теперь посмотрим вкусняшки. Тут можно вот так вот занавесить шторки. Но это у нас такой мини-бар. Тут есть, в общем, мясо, спагетти и рис с грибами. В холодильничке лежит мороженка. Здесь вот у нас ножи, вилки, чашки и тарелочки. Еще у нас тут есть вот такой вот аппарат для наливания кофе. То есть мы подставляем стаканчик и наливаем. Ну или может быть это чай. Вот так вот. Ну еще можно подставить чашку. Потом вот здесь вот холодные напитки в мини-холодильничке. Тут чашки стоят. Ну и снизу стаканчики. Еще тут стоят вот такие вот вкусняшечки. Короче, все очень красиво и удобненько. У нас вот такая вот стюардесса, и она стоит за вот таким вот прикольным креслом. Тут, кстати, мы можем пристегнуть вот так вот ремни. Вы только посмотрите, как же это реалистично. И расстегнуть ремни. Еще тут у нас, в общем, можно вот так закрыть дверку. Еще у нас тут есть вот такой вот телефончик, по которому мы можем, допустим, говорить, если, допустим, с пассажирами что-то случилось. Потом, значит, у нас вот здесь вот, вот такой вот... А, сюда нельзя сесть? А вот там, где девушка сидит. Тут у нас есть вот такой вот планшетик, который мы можем поиграть. И пофоткаться даже. Вот такой вот планшетик. Вот такая вот тут девушка прикольная сидит. Кстати, у нее вот эта вот курточка, она у нас была до этого только в платном наборчике. Сесть сюда нельзя. Ну, а там, где девушка сидит, сесть можно. У нее, кстати, очень прикольная прическа. И вот эта, как я уже сказала, курточка, она только у нас платная до этого была, но теперь она у нас есть и бесплатная. Так, значит, движений новых на стульчике у нас нет. Давайте смотреть дальше. Сюда мы опять-таки сидим. О, смотрите, я случайно нажала, это кровать, оказывается, мы тут можем спать. Очень-очень круто. Ну вот прям вообще. Очень-очень круто это, что мы можем теперь спать на кроватях. Есть также вот здесь вот губка и все для, то есть, первой медицинской помощи. Какие-то капли, бинты, такой мини-самолетик. И пластыри. Но я так понимаю, что самолетик это какая-то секретка. Если вы ее разгадали, обязательно пишите в комментариях. Потом здесь у нас вот есть вот такие полотенечки. Фиолетовые и беленькие. Мне больше беленькие понравились. Потом есть вот такие вот пшикалки. Карты и компас. Здесь туалетная бумага, огнетушитель и мыло. Кстати, мыло вот это вот очень прикольное. Тут еще одна стюардесса. Вот. Кстати, телефончик тут я взять не могу. И дальше у нас идут вот такие вот креселки. Вот, то есть первое движение у нас. Вот так вот мы можем на них отклониться. И вот так вот, смотрите, спать. То есть для спанья нам не обязательно нужны кроватки. И вот такие вот у нас есть движения. То есть тут мне не нравится на нем. Потом я могу застегнуть тоже ремни. И расстегнуть ремни. Так, ну и я могу придвинуться обратно, и тут тоже есть движение только с ремнями. Так, ну что ж, вот здесь вот очень много креселок, тут, в общем, багажное отделение для чемоданчиков. Здесь ничего нет, а вот в этом вот первом, смотрите, что-то есть. Это вот такой вот спасательный жилет. Или что это? Спасательный жилет, и что это такое? Господи, это кислородная маска.
Представляете? Ну, я в ней, конечно, очень смешно выгляжу. Давайте мы лучше ее уберем. Вот, и тут вот у нас есть еще вот такой вот ремешок прикольный. Только, кстати, как-то я его закрепить не могу. Когда я сажусь на кресло, он просто падает. Вот, видите? Взять я его в руку тоже не могу почему-то. Почему так? Не знаю. Так, ладно, теперь мне нужно снять этот жилет. Что я в нем ходить не хочу. Так, давайте, у меня вроде бы где-то у персонажа здесь была одежда какая-то. Так, у этих вроде бы нет. Вроде бы была вот у этого дядечки. У него тут огромная коробка со всяким хламом из пакетов наших платных. Здесь вот очень много всего. То, в общем, даже есть стульчики вот такие вот. Короче, тут очень много всего. Поэтому тут мы сейчас посмотрим, но вроде здесь была какая-то одежда. Потому что сейчас куда-то идти мне не хочется. Вот. Так, давайте я пока все разгребаю. Вы не забывайте подписываться и ставить лайки. Также в описании ссылочка на мой второй канал. Обязательно тоже переходите и смотрите. Там очень интересные видео, особенно шортс. Тоже обязательно их смотрите. Так, пока что я ничего не нашла. Давайте здесь вот еще посмотрим. Вроде бы вот. Вот, смотрите, коробка с одеждой. Блин, тут только обувь. И наклейки, и все. Может, тут ничего нет? Вот прям, серьезно, ничего из одежды. Из того, что нужно, вот реально ничего нет. Тут только одежда для котов. Нам одежда для котов не нужна. Нам нужна одежда для персонажей. Так, ладно. Мы не опускаем руки. У меня есть еще несколько коробочек в запасе. Так, значит, у меня еще есть коробочка у домработницы. О, вот тут как раз есть одежда. Так, нам нужно, значит, одеть вот такой топик. Вот мы просто одеваем топик, жилет кладем обратно и одеваем мою кофточку. Вот так вот, все. А это пусть она забирает. Так, забирай, а мы дальше идем смотреть обновление. Так, тут, в общем, у нас выход. И тоже много креселок. Вот такой вот охранник. У нее, кстати, очень прикольная прическа. Еще один туалет. Тут, кстати, есть какая-то записочка. Для чего она? Пишите в комментариях. Тут у нас пусто. Значит, так, тут у нас туалет, унитаз, также раковина, рукомойник, мусорка, туалетная бумага и какой-то мини-ящик. Так, ладно, смотрите, у нас тут есть вот такая вот тележечка с обедами, мы даже из нее можем доставать обеды, вы только посмотрите, какие же они красивые. Значит, так, то есть все обеды у нас одинаковые. Смотрите, что у нас тут есть. Так, у нас тут есть... соленые огурчики, какие-то макарошки, сэндвич новый и апельсинка. Как по мне, очень даже вкусненький обед. Ну, второй давайте с вами съедим, мы сегодня с вами голодные. Вот такие вот, смотрите, подносики, давайте их выбросим, чтобы нам не засоряли пространство. Этот я почему-то не могу взять. Подносик давай бери, что это такое? Так, значит, тут вот у нас есть еще в тележке новенькие чипсики. Вот эти вот, которые старые, они открылись, а новые почему-то не открываются. Ну почему? Не знаю. Еще есть батончики, также всякие водички и соки. Вот. Это все у нас уже, в принципе, было. Обеды, да, все одинаковые у нас. Кстати, держим мы их вот так вот в одной руке, с подносами движений нет. Очень удобно. Вернее, удобные подносики. Так, что у нас тут за шторкой? Давайте посмотрим. Там, в принципе, ничего интересного, я уже смотрела. Теперь давайте мы отправимся, знаете, куда? А правильно, на море мы отправимся с вами. Вот так мы и летим. Я хочу найти большое окно. Тут есть большое окно, чтобы посмотреть? Большого окна, к сожалению, нет. Так. Поэтому давайте просто нажмем вот сюда вот на ускорение. И прилетим на моречко. Так. Значит... мы идем вот сюда вот. Вот сюда вот выходим из самолетика, и мы тут уже на другом аэропорту. Смотрите, значит. У нас тут вот такой вот прикольный вход. Тут вот такая вот тетечка сидит, которая нас принимает. Потом вот такие вот креселки для ожидания. Ну и также мы тут можем мыть полы. Вот так вот. Мыть полы, здесь эта штучка...
которая нас проверяет, чтобы мы ничего лишнего с собой не взяли. Тут вот у нас тоже охранник был и вот такой вот дядечка. На него, кстати, новые шлепанцы, обязательно их заберите. Вот у этой девушки очень крутая причесочка. Потом здесь у нас приемник багажа и такая вот тоже тетечка. Потом закрытый чемоданчик. Как его открыть, обязательно пишите в комментариях. Мне будет очень интересно почитать, потому что я хочу его открыть. Потом такая девушка. Господи, что у нее с ртом? Еще тут, в общем, у нас есть вот такой охранник. Тележечки уже синенькие. Ну, у девушки что-то с ртом конкретно. Какой-то он у нее немного странненький. Ну, такой вот дяденька в кроксиках. У меня, кстати, тоже сегодня кроксики. Так, ну что ж, давайте уже выходить и посмотрите, что у нас здесь открылось. Это вот такой вот еще одна карта с пляжем и с огромным морем. Пока что у нас все закрыто, только вот одна часть у нас открылась. Вот она, вы только посмотрите, какая же она большая. Это просто что-то с чем-то, ребят. Значит так, в море движения у нас такие уже были. А малыши как у нас делают? Ну, малыши тоже такие движения у нас уже были. Давайте посмотрим эти катеры. Вроде бы как на них у нас можно сажать малышей, потому что мы видели это в спойлере. Вот такие вот у нас движения взрослых очень крутые. Мы можем вот так вот даже наслаждаться. Но малыша мы сажаем вот сюда, смотрите, ей страшно. То есть первое движение, ей вот так вот страшно, она никуда ехать не хочет. Потом движение вот так вот, вот ей весело, и вот так вот она машет ручкой. И вот так вот мы можем с ней, допустим, кататься. Очень прикольно. Вот. Вот такие вот у нас два прикольные катера есть. Или как это правильно называется, напишите в комментариях. Потом есть вот такие вот доски для серфинга. И давайте попробуем на них встать в водичке. Значит, вот такие вот у нас есть движения. На них мы даже вот так вот можем, у меня так смешно волосы окунаются, и юбки даже не видно. Можем вот так вот махать, и вот так вот, как будто бы я сейчас упаду. Малыша мы сюда посадить не можем. Так, давай, будь нормально. Так, малыша мы сюда посадить, к сожалению, не можем. Да, не можем мы сюда посадить малыша, но зато на катере она сидит прекрасно. Да, ей там очень нравится. Потом у нас там еще два катера есть. Тут у нас вот такой вот спасательный телек. Ну, короче, спасатель. У него прикольное мороженое. Есть жилетики спасательные для взрослых и для малышиков. Вы только посмотрите, какие же они няшные. Особенно для малышиков. Мы обязательно, когда полетим на море, обязательно будем использовать эти жилетики. Так, значит, мы можем сидеть вот здесь вот. Потом у нас тут есть вот такие вот столики. Какая-то морская звездочка. Какой-то камушек просто. Есть вот такие вот раскладные лежачки. И вот такие вот зонтики. Смотрите, как они у нас раскладываются. Очень крутые зонтики. Вот так вот они прикольненько раскладываются. Вот. Потом у нас есть вот такой вот спасатель. И также вот такой вот круг. Потом у нас тут есть, смотрите, какие надувные матрасы. Можем тут вот так вот на них спать. Но, в принципе, такие у нас движения уже были в платном паке. Потом тут вот у нас разносчик мороженого. У нас с мороженым ходит. У нее тут есть вот такое вот новое мороженое в виде кукурузы. Потом кокосовая мороженка. И вот такое вот клубничное мороженка. Но оно у нас уже было. Кстати, у нее очень прикольная кепочка. Вот, потом тут у нас еще есть вот такие вот лежачки, на которых мы именно лежим. И у нас у них движение как на кровати. Потом есть еще вот такой вот гамак. Очень крутой. Потом, в общем, тут есть совочек и ведрышко. Потом есть вот такие вот кокосы, которых мы можем пить. Вот. И также тут вот у нас есть вот такая вот шляпка. Она там вот висела. На вот этом вот гамачке. Очень прикольная шляпка. Очень понравилась мне. Так, дальше у нас тут, в общем, еще лежачки, еще коврики. Ну все, на этом пляж закончился. Ну, пляж очень крутой, мне он очень понравился. Но с учетом того, что у нас еще будет продолжение, это же вообще круто. Так, а теперь давайте, знаете, что мы посмотрим? У нас появилась еще новая одежда в магазине Барби. Давайте мы телепортнемся на нашу основную карту, на наш основной город. Так, давайте. Значит, так. Почему я туда нажимаю, а зайти туда не могу?
что это такое? Так, давайте, может, персонажем попробуем? Так, давай, заходи, заходи, давай. Что ж ты не хочешь заходить? А как мы тогда туда пройдем? Же больше никакого входа нет в самолет, чтобы нам попасть на ту карту. Ну вот и как мне туда попасть? Как пройти? О, все, наконец-то. Прошла ты, наконец-то. Так, ну что ж, давайте полетим. Летим, летим, летим. Давайте нажмем вот на эту ладошку. Это ускоритель нашего полета. Так, выходим. Так, а почему мы еще здесь? Мне надо на основную карту. Видимо, мы куда-то не долетели немножечко. Так, я уже знаю, как сюда заходить. Короче, вниз нужно нажимать. Так, давайте еще раз полетим. Сейчас у нас появится тут самолетик. Вот самолетик. Нажимаем на ладошку. И вот когда только у нас самолет остановится, только тогда мы уже можем в него, то есть выйти. Вот мы в нашем обычном аэропорту. Тут вот у нас такой самолет большой. Ну что ж, теперь листаем. Смотрите, он у нас теперь стал вот такой вот коричневый, этот магазинчик. Очень тут, короче, вся одежда такая прям, ну короче, очень крутая. Так, ну что ж, давайте смотреть. Значит, так, тут у нас есть вот такие вот сумочки. Вот такие вот мини-сумочки. Вот такой кассир, но она у нас уже была, но что-то она мне босая. Потом есть вот такие вот маечки разных цветов. Смотрите, беленькая, розовенькая, такая синенькая и вот такая розовенькая с клубничками. Также под маечки вот такие штанишки, тоже таких же цветов, как и маечки. Потом еще есть вот такая вот сумочка прикольная. Давайте мы, наверное, пока что ее снимем. Но она очень крутая. Потом вот такая вот кепочка. Вот, смотрите, с бантиком. Значит, так, потом давайте девушку уберем. Вот такие вот комплектики, юбочка и кофточка. Вот. Кстати, они такие коротенькие, можно использовать как купальнички. Вот. То есть, если у вас нет платного наборчика для особняка, можно использовать как купальнички. Потом есть вот такие вот еще футболочки много разных. И вот такие вот комбинезончики. Значит, смотрите, вот такой вот синенький комбинезончик. Потом, что у нас тут есть? Вот такие вот еще маечки. Очень много маечек и шортики под них. Тут корзиночка с носочками, ну еще вот такие вот комплектики. Это какая-то коробка. Потом тут у нас есть такие корзиночки, и на этом манекене у нас будет каждый четверг появляться новая одежда. Ну, потом примерочной у нас еще есть две новеньких кепочки. Ну что ж, дорогие друзья, на этом видео уже заканчивается. Надеюсь, что оно вам очень понравилось. Вот такая вот крутая у нас первая часть обновления. Также сегодня выйдет еще 4 видео с обзором на платные наборчики. Ну а вы не скучайте, не забывайте подписываться и ставить лайки. Всех люблю, до скорых встреч на канале Avatar Family. Вы у меня самые лучшие.